компания Топ-Элеко участвует на выставке Экватек, особенно празднично, поскольку нам 10 лет, у нас 10-летний юбилей, и мы решили представить на этой выставке весь перечень продукции, которую производит группа компаний Топ-Элеко. Мы предоставляем продукцию как для частного сектора, так и для предприятий, для коттеджных поселков, для инвесторов. А здесь вы можете посмотреть варианты наших локальных очистных сооружений. Они представлены для тех мест, где невозможно провести центральную канализацию, где люди хотят жить за городом, но с городским комфортом. Наши локальные очистные сооружения выглядят примерно вот так. Они очень компактны, устанавливаются как в непосредственной близости возле дома, так и в любом месте на участке. Они закапываются внутрь. Выглядит это примерно вот таким образом. То есть небольшая компактная крышечка на вашем участке, которая работает абсолютно автономно и не требует особых усилий при эксплуатации. Также мы предлагаем очистные сооружения увеличенного залпового сброса, которые называются топайра. Наша компания производит очистные сооружения, проектирует, реализовывает, монтирует и производит сервисное обслуживание. То есть мы компания, которая, в общем-то, готова решить все ваши проблемы от и до, под ключ. Решает абсолютно все задачи, которые связаны с очисткой сточных вод за городом. Группа компаний Топ-Элеко производит локальные очистные сооружения Топайра-М и Топайра-МЕ, которые способны решить вопросы канализирования коттеджных поселков и небольших городов. Отличаются они тем, что их возможно запускать поэтапно в эксплуатацию. То есть при строительстве первой линии можно подключать первую линию готовых домов канализации, при строительстве второй линии они могут поэтапно подключаться также к этому. Это очень удобно для инвестирования, для строительства, для девелопмента. Наши очистные сооружения Топаз и Топайра уникальны тем, что очищенную воду, переработанную очищенную воду, можно утилизировать прямо на вашем участке. Утилизация это абсолютно экологично и безопасно, поскольку вода очищается на 98%. Очищенную воду можно утилизировать непосредственно на своем участке. Это абсолютно безопасно и экологично. Можно утилизировать воду в накопительный колодец для повторного использования, например, полить газон или помыть автомобиль. Можно, чтобы она рассасывалась в грунты, если у вас слишком сухая почва, либо можно в придорожную, в ливневую канаву, если вам не хочется затрудняться вопросом утилизации. Мы очень рады участвовать в такой выставке. Рады, что наш юбилей нашей компании совпал с юбилеем этой выставки, и мы готовы и будем дальше продолжать стремиться улучшать нашу экологию с помощью наших очистных сооружений.